Дорогие друзья, для всех, кто спрашивает меня про увлажняющий крем, о котором я рассказывала, я пользуюсь кремами с мочевиной. Мочевина – это продукт, который выделяется на нашей коже и удерживает влагу на коже. 1 грамм мочевины удерживает 1 литр жидкости. Не в магазинах, а в аптеках. Эти кремы продаются специально для диабетиков. Они всегда обозначены как кремы для ног, но это просто маркетинг. Это для того, чтобы мы покупали отдельно для ног, отдельно для рук, отдельно для лица. Принципиально действующий продукт будет действовать хоть где, на лице даже еще лучше. Итак, смотрите. Вот у меня стоит баночка обычного крема маленького. Вот это здоровая полукилограммовая банка, на которой написано: крем с мочевиной 10%. В интернете я набираю крем с мочевиной. Более того, мне абсолютно наплевать, для ног он или для какой-то части лица. Я как профессионал обращаю внимание только на действующий продукт, чего и вам желаю.